Выкуп невесты – один из немногих славянских свадебных обрядов, который сохранился и сегодня. Белорусское веселье сочетает в себе традиции языческие и христианские, несет особый смысл. Все для того, чтобы жизнь будущей семьи была благополучной и счастливой. Перед тем, как отпустить дочь в новую жизнь, отец невесты, повязав на нее рушник, трижды обводит вокруг стола. Так отдают почтение предкам. В ЗАГСе будущих молодоженов встречают национальными песнями. С национальным колоритом украсили и зал бракосочетаний. В год 15-летия русско-белорусского братства в Самаре впервые решили провести столь традиционное торжество. Те знакомства жителей нашего края с обрядами, старинными обрядами, свадебными, с традиционными обрядами, укладкой быта. Это все способствует, опять-таки, дружбе. Характер раскрывает, характер, многогранность, по крайней мере, мы видим народа. Белорусская свадьба – это передача от старшего поколения молодым традиций доброты, любви, добропорядочности. Славянские народы традициями близки, но у каждого есть свои особенности. У нас родители в ЗАГС не едут. Ни родители жениха, ни родители невесты. Потому что по белорусским традициям именно в послесвадебные хлопоты входит такой обряд, как пироги. После свадьбы родители собираются с одной и с другой стороны за общим столом и как раз за пирогами отмечают свадьбу детей, потому что во время всех торжеств у них нет даже времени присесть. На свадьбу и подарки со смыслом, символической чаши терпения с пожеланиями, чтобы она никогда не переполнялась. И связка пшеничных колосьев – символ плодородия, а наставление – улучшать демографическую ситуацию в стране. К слову, в ЗАГСе идею свадьбы с белорусским колоритом поддержали. Идея создания вот такой концепции, мы ее совместно с белорусским центром создавали, вложили каждый кусочек своей души, и эта душа, она такая открытая, светлая, добрая. Провести столь необычный обряд помогут всем самарцам, кто решит вспомнить о своих корнях. А 12 сентября во всех самарских ЗАГСах можно будет увидеть традиции народных торжеств. В регионе пройдет фестиваль национальных свадеб. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.